части вы просто... Да. Услышать мнение людей о проделанной работе и взять на вооружение новые просьбы и пожелания горожан. С этой целью с жителями дома номер 4 на улице Панфилова встретились председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и депутат Галина Болотова. Вместе с жителями они оценили результат работы по обустройству тротуаров вблизи дома. Ко мне на личном приеме обратились жители дома Панфилова 4, который находится в микрорайоне Новые Химки, по вопросу оказать содействие в том, чтобы привести в порядок подходы к подъездам. Работа жителями была оценена положительно. Соответственно, все пожелания, которые у жителей имелись, они в ходе проведения работ были учтены. Ну и, соответственно, жители получили возможность комфортного передвижения вдоль подъездов с комфортными подходами, с комфортными подъездами к непосредственно многоквартирному жилому дому. В ходе встречи обсудили и ремонтные работы, которые проводились в подъезде. В ближайшие дни представители управляющей компании проведут обследование дома, проверят качество работ, обозначат план дополнительных работ. Этот план в обязательном порядке под контролем депутатов будет согласован с жителями. Благодаря администрации, депутатскому корпусу мы все-таки стараемся, чтобы эта работа была налажена и шла в более активном с вами темпе. Мы держим на контроле, мы всегда на связи с жителями, и много вопросов, которые удается решить сразу. Такие встречи проходят по всему городскому округу уже на протяжении года. Депутаты обеспечивают контроль и обратную связь с жителями. Управляющие компании выступают исполнителями запросов людей. Ну а жильцы дают итоговую оценку качеству выполненных работ. Такой формат работы отвечает принципу «житель всегда прав», озвученный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. We'll be right back.